В некоторых районах Якутии выборы уже закончились, избирательные комиссии приступили к подсчету голосов, в других они продолжаются, к примеру, Нерюнгринский. Помимо депутатов Госдумы, там также выбирают и главу района. На избирательных участках атмосфера в основном позитивная, грубых нарушений не зафиксировано. На одном из участков побывали наши коллеги. В день единого народного голосования жители Нерюнгри выбирают главу Нерюнгринского района, главу поселка Хани, состав депутатов поселка Чульман и, конечно же, состав Государственной Думы Российской Федерации. Для жителей Нерюнгринского района работают 34 избирательных участка, 13 из которых находятся непосредственно в поселениях района, и 21 участок работает на территории города. Каждый волен выбрать то, что он думает. И если у человека есть голова, он сравнивает жизнь, какая она есть, с программами разных партий и в конце концов делает свой личный, понимаете, личный выбор. В большей степени с самого утра, по словам наблюдателей, голосуют люди старшего поколения. Явка представителей молодежи ожидается ближе к вечеру. Количество процентной явки растет и уже превысило 30%. Активная явка. Очень приятно, что люди сознательные, что понимают. День голосования для людей уже традиционно стал особым. Каждый осознанно проголосовавший человек ощущает себя ответственным за будущее своего города, района, страны, которое выбирает он сам. Виктория Харитонова, Дмитрий Горбов, НВК Саха, Нерюнгри.